День эколога или Всемирный день окружающей среды. На этой неделе профессиональный праздник отмечают защитники природы. В Министерстве сельского хозяйства праздник прошел торжественно с присвоением наград и почетных грамот. Присвоить почетное звание заслуженный работник Приднестровской Молдавской Республики Аллу Вере Ивановне. Именно они, специалисты по охране окружающей среды, следят за тем, чтобы богатый природный потенциал нашей республики не иссяк. Высадка деревьев, очистка русла Днестра, контроль чистоты воздуха, грунтовых вод и ряд других мероприятий, направленных на сохранение природы, осуществляются благодаря труду работников этой сферы. Ежегодно силами министерства, общественных деятелей или просто активистов также организуются экологические акции. Для того, чтобы люди не забывали, каждый в ответе за чистоту своего края.